Среди красивых речей, некрасивой возни, среди собственных схем, по иронии злой, жили люди в одной вроде с нами стране, но как будто не с нами, как будто в другой. Был устроен их бизнес, роскошен их быт, жили сладко, и был кодекс чести забыт. Принимая законы, нам серым, иным, по которым не жить никогда им самим. Наполняя пустыми словами эфир, занимая политикой наши умы, жили люди, во лжи утопившие мир, голося и пируя во время чумы. Мы привыкли уже к их дешевой игре, они рапортуют бодрей и бодрей. Отвернувшись от наших проблем и страстей, не своих посылая в окопы детей. Лепли волосы нам на вспотевшие лбы, и пытались наивно мы стены пробить. Безответные крики, как жить да как быть, заставляли нас дерзко и грубо шутить. И вдохнув терпкий воздух свободы, порой доставали булыжник мы из мостовой. Но меняя вождей, замечали мы вдруг бесконечный, порочный и замкнутый круг. И нам кажется цель эту не разорвать, но что в локти не грызть, есть один только путь. Мы не можем с тобой просто сдаться опять, чтоб глаза своим детям спокойно взглянуть. Им не очень понятен пока весь расклад, кто им враг, кто им друг, кто во всем виноват. И соленые слезы с военным дырком с материнским глотают они молоком. Если правду в узде мы не будем держать, если спину не гнут под хозяйскую плеть, мы когда-нибудь будем себя уважать, а не только болтать или пафосно петь. Если все это были не просто слова, если род свой казацкий ты не предавал, если душу и тело за Неньку отдал, значит, руку ты к сердцу не зря прижимал. Спасибо большое! Дуже дякуємо! Весь вечер для вас студия «Квартал 95». Спасибо! Спасибо! Хорошего вечера! Спасибо! Спасибо! Дякую, Киев! Слава Украине!